себя и прореагировал негативно на эту информацию. Вас такой спрашивают. Вы ему согласие выразили свое или нет? Я своим видом дал понять, что я согласен. Из ваших слов я своим видом дал понять, то есть вы как бы приняли условия Потапова. Я правильно понял? Неправильно поняли. На ту встречу пришел с полным пониманием того, что если Потапов подтвердит разговор от Мухамедова и Новокшанова, я совершенно однозначно обращусь в правоохранительные органы. По существу вопрос. Поэтому цель для меня в этой встрече была понять, в курсе ли Потапов предложение Мухамедова, переданного мне через Новокшанова, о суммах взятки. Наводящими вопросами я получил подтверждение о том, что он знает цифры, озвученные. Поэтому мое отношение к происходящему было резко отрицательное. Все у вас? Да. Я правильно понял, что вы Потапову выразили согласие на той встрече? Да? Ответ уже прозвучал. Хорошо. Спасибо.